değerli misafirlerimiz. Bu uçaktaki hava, virüsleri tutabilecek verimlilikte olan HEPA tipi filtreler ve dışarıdan alınan hava sayesinde her 3 dakikada bir tamamen yenileniyor. Ayrıca uçaklarımızın sıklığı artırılmış ve tüm talimatlara uygun şekilde düzenli dezenfeksiyon işlemine tabi tutuyoruz. Her gün binlerce misafirimizi taşımamız verdiği durumda. Она. Всем доброе-предоброе утро. У нас прям утро раннее. И вон что, кто приехал домой? Кто у нас приехал домой? У нас приехала Таша. В тапках пойти, блин. Да не, в тапках не иди. Куда бежит встречать? Дарья Сергеевна наша приехала. Что? Ты за сегодня, вернее, сегодня получишь у меня. Мы утром проснулись, он нам скинул этот, колонки возле компьютера, поскидывал все, что там было на тумбочке. Кажа, ой, дома, вы такие все зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю. Привет, привет. Ага, а за месяцок-то соскучилась? Соскучилась? За всеми зю-зю-зю-зю. Не раздражайте меня. Звезда. Я просто в шоке. Что? Да она не выходит. Ты представляешь? Что? Просто чувак-чувак. Это не она, это матрешка. Ух ты ж дик! Бежи, обнимаса! Бежи, обнимаса! Ай, ку-ку! Так, тихо! Ой, сколько счастья! Что? Сколько счастья! Запустите, что? Ты что, опанамела? Там она каждый день на меня гавкает, когда я вхожу. Во. Надо было сильно расколотить, чтобы побольше пенки было. Когда да больше колотишь, выше пенка получается. Классно, и так много пенки, хорошо. Пробуем, как Starbucks. Starbucks, это какая-то фирма, типа, да? Да, у них прям надо так шик-шик-шик-шик, понял? Пенка прям дофига. Да ну ты сейчас мне взбесишь. Это типа... Рендер нужен. Ну это кофейня, но у нас ее нету, блин. Ну так там такое вкусное кофе просто. Особенно вот это карамельное латте, это вообще оно, где оно? Блин, оно где-то в чемодане. Не, это, а вот, да. Карамель. Ванила. Это все ванильное, а все карамельное? Да, карамель еще в чемодане. Так, Коль, смотри по этим, по цвету упаковки, да, видишь? Нет, вот, смотри. Коричневый? Вот это все равно. Ну, а, да, коричневое. А тут намалеван этот. Понял. Такие масочки. Прикольные. Золотая. О, я буду золотая женщина. Короче, с бананом, с шоколадом и бананом, с клубникой. Ой, с шоколадом и клубникой. И все. Ладно. И такие. И молоком разбавляешь. Такие классные, вкусные такие. Ну, Коля, прям как для тебя. С молоком разбавляешь, и очень вкусно. Ой, с молоком это хорошо. С молоком мы любим. Шоколадки, шоколадки, это прикольно. Мне нравятся такие шоколадки. Это вкусные шоколадки. Это очень вкусные шоколадки. Вот такую я пробовала, классную, белую, знаю. Да, да, с зелеными орешками. О, тут еще есть, тут хорошо. Вот такую я еще не пробовала, если... Подожди, я еще не рассмотрела ничего здесь. Да, это все фруктово. Так, такую где-то кокосовую тоже еще не пробовала. Прикольно. Вот такую пробовала, классная вообще. Мне нравится. Вот это она, вот это с таким горьковатым привкусом. Вот это ну, она же черный получается. Черный, ну да, шоколад. Битер.
вкусное. Написано биттер. Это биттер, это черный, да? Биттер. Не знаю. Здравствуйте, скажи, я не знаю. Но биттер это же черный типа шоколад. Я не знаю. А, типа. Угу. Шейки. Осталось. О, с бананом. Я хочу молоко с бананом. Вот это я точно хочу. С бананчиком я хочу. Я люблю молоко и банан. Уже куча, короче, шоколада. Это коктейль получается. Это что такое? Маски. Куча черных масок. Да, потому что черные это самые нормальные маски. О, прикольные это сладости. Турчанские сладости. Вот это точно вкусно, я знаю уже. Вот эти, стопудов. Они мягкие. Я ж взяла вот эти вот тверденькие, а потом вспомнила, что Коля не пожует их. Пошла еще упаковку мягких взяла. Это... Будешь, Коля, сидеть обсмактывать. Не, ну вот эти я не помню, такие мы не пробовали. Что это такое? Где? Вот эти? Вот такие, да, вот эти и... Вот это пробовали все, да, вот это, да, вот это да. Пробовали, вот это не пробовали, вот это не пробовали. Ну это тоже как типа, наверное, такое оно, тягучка, в ней куча этого, как он называется? Орешков, скорее всего, да. Да. Прикольненько. Ты что, тут уже сколько сладостей, да? Ага. О, еще конфеты. Шоколадки. Шоколадочки, маленькие. Кстати, конфеточки. Да, я знаю. Я знаешь, откуда я знаю? И они дорогие. Не знаю, это кто нам привозил такие? Тамир, по-моему? Тамир же привозил, да. По-моему, да. Тамир же такие привозил. Вкусные. О, нашла! Аллилуйя! Ребята, мне нашли. А еще три стоят у Светы, я сразу 5 взяла. Ух ты, ё-моё. Но в чемодан не вместились, поэтому я 3 оставила у Светы, а этот... А две взяла, да? Главное, чтобы она их не использовала. Девочки, вот это самая крутая штука, но ее снимают с производства. Да, я на рынке ее нашла. Ну, вообще только... в каком-то закоулочном магазине. Там, где остались просто. Короче, вот этот iPack, это для волос. Классная штука, то есть после мытья волос. Крем, ну, как, короче, как он называется? Для нас. Крем. А бальзам-ополаскиватель. Да, типа крем-бальзам, да. Тут сач-крем написано, но это типа волосы, крем. Волосы. Ну, если правильно переводить. А так вот крем для волос. Ну да, но тут же написано сач, креми. Крем. Сач это, я уже знаю, волосы, а креми это получается, ну креми, все понятно, да? Очень-очень крутая. Такая я у нас таких вообще найти не могу и вообще ничего похожего найти не могу. Волосы просто даже от одной капелечки вот так в руку мягкие-мягкие расчесываются просто моментом. Так что, девочки, где-то, если в интернете вы такое... А может, они просто меняют упаковку? Нету. Даша же говорила. Там есть, а его нет. Тут еще мало. Если где-то вы еще на старых сайтах найдете такое где-то, вот, обязательно возьмите, вы не пожалеете. Потому что сняли с производства, и сейчас распродают остатки, и я нигде их найти не могла. Вот это Даша попросила, она, видите, изыскала мне несколько штук. На, держи. Так, это мамке передала, да? И это мамки или что? Не, это... Что это? Сарма. Далма. А, далма. Ну, мы ее развернем. Давай хоть мамке на посмотрим, что тут Света передала маме. Чтоб люди видели. Это ж... Так. Сейчас. Кто так, развернет это так? Это поток, да? Да. Это я жопой об диван. Платошек. Платошек. Вот такой. Как шарфик. Мамка просила голубой. Света взяла бирюзовый, потому что не было голубого. Я скажу, а я говорю, типа, скажем, что ты дальтоник. Это самое, а что там, что? Где узоры, там вся фигня? Мамка ж думала, хотела с узорами, типа такими. Ну. Они не носят с узорами. Ну, так вот тоже. Она хотела такой, как носят эти, а эти не носят с узорами. Они носят вообще черные платки обычные. Назву черный взять. Так она хотела голубой. Мама, и так твоя вечно навяжет на лоба вот эту, как она, штуку, чтобы голова не болела. Лучше хай уже в зелененьком ходит, а то еще черный ей на что надо. Понятно, так есть. Это для мамы Света передала. Да, это тоже для мамы Света передала, орешки. Да. О, финички. Ой, инжир, точно. Инжир это вкусненько. Орешки, а внутри орех, скорее всего, наш. Грецкий. Грецкий. Тут лаврушка, что ли? Да. А нафига тут лаврушка? Не знаю. Обалдеть.
Ну, это свои приколы. А это, наверное, чтобы лаврушку ставить, чтобы что-то там не сделал. Чтобы не плесневело. А, точно, чтобы не плесневело. Вот это запечатано что-то. Это пахлава. Пахлава. Ну, это вы все знаете, что такое пахлава. А разве пахлава называется баклава? Баклава. Баклава. Это у нас называют пахлава, да? Да, у них баклава. Баклава. Так. Ну, одну букву поменяла. Если... Дальше. И вот это что-то еще, да? И это финики. Ой, ну да, финики. Шоколаде. Ага. Да, вам сказал, финики, я это люблю. Да. И инжир еще. И финики в шоколаде. Инжир в шоколаде. А, инжир в шоколаде. Классно, это я люблю. Вот. Где мой инжир в шоколаде, Даша? Мамка поделится. Ага. Сразу, да, скажем, за доставку, за доставку. Да. Так, ну, вот, в общем, такое. Так, и все? И все? И все? Прикинь, тянула бедная, вот это, спину не срывала. Когда оно у тебя все влезло? Это, блин... Я просто свои вещи не брала, вот оно все. Килограммаж. Есть еще кремнетика. Ну это что-то... О, ну да, ты не крем мне тут не купила? Чи купила? Я другой взяла. Ага. Открывать, писала. Да? Да, открой. Ну что, маю? Ну и что? Ну просто мы кто-то не видел. Может, и не видел, да. Вот. В прошлый раз же зрители. Так, ну в прошлый раз, а новые зрители новые появились. Новые зрители еще есть. А, еще, короче, у меня есть моя... Сейчас, подожди, не снимай. Не снимай. Я пока тут. Их тоже я оттуда ухожусь. Это красота, вкуснота. Да. Вот так и всего. Да, да, долма. Это такая дешевая, реально. Смотрите, вот эта коробка 12 лишь самочек. Прикольненько. Что написано? Не вижу. Муглес. Муглес хэппи. Гарри Поттер. Гарри Поттер. О. И шо? Муглес. Шо? Ну? Вырежите этот муглес. Шо за это? Ну шо тут написано? Мама, Гарри Поттер, блин. У меня чашка с Гарри Поттером. Да я знаю, но шо это написано? Шо это не муглес? Нет, это не муглес. А как называется? Ну оно считается муглес. Или что оно читается? Это джи. Это не г. Джи? Мудж... Муджлес? Скажи, не знаю. Ты явно не муджлес. Банку разобьешь. Ну прикинь, да, я довезла. Скажи, я довезла. На сколько туда напихала, довезла. Даше понравилась баночка, да? Для воды. Все, Гарри Поттер. Просто потому, что Гарри Поттер. Да. Так, сука, ты этот муглис поставь туда, Коль, потому что сейчас он его будет на полу весь. Ну, тут сейчас начинается самое интересное. Самое интересное? Ого! Так, кстати, кофеек вкусный, где он? Да, кофе вообще молодец. Прикольный, да? Конечно, это же Starbucks. Это же Starbucks, понимаете, девочки и мальчики? Вот это же Starbucks, это вам не какой-нибудь наш, как там, Форд, да? Скажи, возле еды трусы, они же чистые, ради бога. Турецкие качества для бабушки Любы. Все как полагается. Красивая расцветочка. Ну а шо, блин, нормальное все. Нормальное все. Ну а шо. Хорошая резинка вон такая. Вот у нас же они тоже денег стоят. Это подарочки. Так что так. Давай я уже вылажу что-нибудь, Даша. На Николаечка. О, на Николаечка точно. Это уже не бабушки. На Николаечка. Вот такие вот всякие разные. Оп. 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 Вот такие классные. Оп. И вот такие классные. Я в курсе дела. Так, есть. Тут следочки всякие разные. Следочки это носки без, короче, без этого. Без ничего. То есть. Под коротенькие кроссовочки. Да, под короткие кроссовки. Я не знаю, такие. Где-то там еще валяются. Чтоб думали, короче, что ты без носков. Да, чтоб думали, что без носков. Не, ну под этот хорошо, если мокасины, например. Да. Это мужские, это... короче. Коля, тебе приход. Приход по носкам. Не будешь тырить у меня носки. О, крутяк. Угу. Тогда тебе надо отдельную вешалку на всякий случай, потому что, мало ли, Коля взял и пошел. У него просто все. Раз висят, значит, вообще. Вот, Коля, смотри, примел, а ты главное, чтобы они же были, ну,
это расцветки, чтобы я понимал, что у меня там такой цвет и такой. А только у тебя. Непонятно, да? А когда оно стиранное все висит, то там вообще даже ничего не понятно. Все какие-то маленькие висят. Жмаканы. Натянул, да, значит, мои. Не натянул, снял, другие примерил. Налезли нормально. Ой, веселенькие дамские. Вот я теперь точно понимаю, цены мои носки. Чего, все с бабочкой бери, одевай. Очень даже хорошо. Такие вот. Я, значит, с базара с какого-то. Нет, я, значит, на базар приехала. Посмотрите, просто разложилась, короче, покупайте, выбирайте. Да. Не, ну, такое едем дело торговать. Нужное. Теперь можно половину носков, которые у нас дома есть, поотправлять в рабочие. О, а это Коли. Трусишки. Ну, тоже не перепутаем. Не знаю. Ты ему прям красные труселя взяла одни? Специально, чтобы ходил в красных труселях? Не знаю, это мужик на рынке сказал, возьми красные, мужикам нравятся красные. Я говорю, ну как бы вообще кому? Он такой, да возьми. Я говорю, ну ладно, возьми. Только отстань от меня. Он еще так много балакает просто. Я уже взяла и просто свалила оттуда, чтобы он заткнулся. Чтоб отстал, да? Да он достал прям этот мужик. Ну а что красный? Ну пускай красный будет. У тебя красный, я тебе ни разу не привозила. Ну так вот, будет первое я мое красное. Кстати, они не великоваты на Колю? Нет, Коля раскабанил. Не, ну меня же ты сама говоришь, что жопа стала большая. Жопа раньше стала. У него была М-ка, но я посмотрела на ту М-ку. Они, да, они сейчас сильно маленькие. Да, это ну главное, чтобы ты с них не выпадал, блин, мне. Куда по я дороге. Выпаду, не переживай. Скажи, куда я выпаду. Будешь ловить меня. Если буду выпадать. В общем, ребята, вот такие у нас подарочки. Сидим, пьем кофе, чай. Где твой там, где то кофе. Вот сидим, общаемся. Вот так вот мы, вот так вот встретили Дашу утром раненько. Да, Даша Сергеевна? Ой. Сейчас Дашу Сергеевну ложим спать. А, крема еще. О, крема. Давай еще крема. Сейчас Даша сейчас там нычку сейчас переберет. А где еще такой крем? Это ночной. Мне. Мне. Это под глаза. А оно не открывается. Давай вот это уберу я. Это вот такой под глазом. Это серум. То, что ты просила. Серун? Серум. Серум. Это серун. Серум. Это то, что наносится перед кремом. Вот. Так как он Лореаль, и крем у тебя Лореаль, то этот серум ты наносишь днем, потом наносишь крем. Угу. На ночь просто не верю, без серума. Без серума не верю. И под глаза. И под глаза. Так я это ты под глаза наношу. Ну, блин, а у меня чуть другой был. Этот лучше подгадал. Да, у тебя другой серум. А где еще один? Зачем? Ночной у меня кремчик. Вот. Меня снабжают потихоньку. Просто акция. А у меня что-то такой. У меня вот такой еще крем. А, вот. Вот и этот вот я наношу этот потом. Это дневной. А это дневной. Вот. Ты бабушки взяла? Нет, вот бабушки тоже. Так, подожди. Вот это бабушки, это мне. Ну, какая разница, они одинаковые. А, они одинаковые. У нас в одной категории уже, да, идет. Там 30+. А не 40? Не знаю. 40 написано. А, где? Ну, значит, 40+. Ну, так мне уже 40 есть. 40 плюс, да. У меня же уже 40 есть, так что. Все нормально. Я уже подумал, может, у них 40, а там у нас 30. Да, да, да. Да, цифру мне тоже падает. Все, новые кремчики, это хорошо, потому что мне этот серум уже закончился. Серум. Серум. Серум, серум. А этот я не знаю, я просто его взяла, потому что... А ну, Коля, открой. Не, этот классный, мне нравится. Да, он хороший. Он хороший, я им... Ну, хороший этот Лореаль. А, этим мажется, он хорошо этот разглаживает кожу. Не знаю, как разглаживает, но он увлажняет вроде более-менее. Не знаю, он мне хорошо разглаживает. Мне он нравится. Ну что тут? Покажи, какая упаковочка. У меня та просто белая была обычная. Ну, у тебя вообще фирма совсем другая. А, это красные и бутылочки. Да. Такой бутылочки. Да, 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 да. Это прям к этому подходит. А у меня была тогда пластиковая бутылочка, но тоже классный. И там большая бутылочка была. У тебя был вот такой, типа. Ну, типа такого, типа только такого. Красный, да. Типа такого, Биодерм. Такого. Да. А это для чего? Что это такое? Тоже серум. Это только мой серум. А. Боже, Даша, ты говоришь, когда серум, мне серум и все. Ну вот, ты посмотри, где он. Вот, серум. Ну, понятно. И тут тоже большими, причем выделено, где он там.
Блин. А тут не выделено. Коля упаковку забрал. Вон, выделено. Серум. Да я вижу, что там серум. Глаза? Ну, нет, в переводе типа что? Я не знаю, это типа как подложка под крем. Как, не знаю, подложка как под ламинат, знаешь? А это подложка под крем. Грунтовка. Ну, типа такая. Перед тем, как споклевали. Грунтовка, точно, молодец. А вы знаете, как у них называется стакан у турков? Бардак. Блин, ну зачем сказала? Я знаю. Ну зачем ты раньше времени сказала? Вот, блин. Я хотела сказать, что у нас тут на столе бардак. А потом сказать, вот бардак. Да, у них стакан называется бардак. А тарелка у них называется табак. Табак. Табак и бардак. А остановка табак у них и бардак. Дурак. Так, давайте остановка, табак. Остановка. У них дурак. Остановка. Да. А как там еще? Дурак, что-то дурак. Еще как-то два слова есть. Дурак. Ну как, автобус или как там? Нет. Автобус, дурак. Ну дурак это остановка, дур это... Ну стоп. Да. А еще как-то там по-другому. Блин, это еще по-другому. Короче, я читала по-другому. Еще что-то с дураком связано есть. В общем, вот такая красота у нас. Я уже мини-шоколадки топчу. Коля, блин. Ну что ты в самом деле? Ты что? Вот эти вкусные, их надо смаковать, а не топтать. А такое ты. Коля, их надо в сервант поставить и пускай стоят, блин. Ты знаешь, что они у меня... Засохнут пускай, да? Коробка стояла, я ее по одной шоколадке маленькой ела в раз в неделю. А мне из этих, по-моему, больше какая зеленая тогда понравилась. Я не помню, а, по-моему, розовая. Так, а я уже или не розовый. Ел их месяц, получается, а ты какую? Сразу 4. Розовую ел? Или розовую и зеленую. Ты сейчас какую ты ешь? Розовую. А дай попробуй. Это что, я люблю, че не? Мне кажется, зеленая. Нет, там еще голубая. Сорежки. По-моему, мне. Голубая вкусная. Нет, по-моему, голубая самая вкусная. Не все вкусные. Просто у меня... Какая-то одна из этих очень сильно нравилась, помню. Мне тоже одна из них нравится, но я не помню, какая из них. Угу. Она всем нравится. Она нравится всем. Коля решил сейчас ее попробовать, чтобы сразу понять, какую себе изыметь. Ну, спасибо, Даш, спасибо. Да, спасибо огромное. Вкусняшки. Труселяшки, вкусняшки. Труселяшки, да? Вкусняшки. Угу. А для мамы еще и красотяшки, да? Угу. Так что? Там еще есть одевашки. Какие одевашки? Что мерить надо. Там еще есть одевашки, потом будем мерить, будем показывать. Что-то там да, еще. Значит. Duty free. Это вот такая штука в duty free, да, пакетик? Да, это с Анкары. А, Анкара. Duty free в Анкаре. Измир такой же, тут только пишется Измир. Ага. Я думала, ты уже на нашей стороне. А, на нашей же стороне в duty free. На нашей стороне этого нет. Ух ты, а что это такое? А, ну что это такое? Водка. Нет. Кирдак. Текила, что ли, какая-то? Раки. А, раки вот эти. Раки. Их. Раки. Это раке. Та вонючка, которая становится белой. Да. А вот, и пахнет пиктусином. Да. Но Тамер сказал, что это самое лучшее, потому что они что-то там... Он, как он сказал, что они с золотой пыльцой. Ой, с золотой пыльцой. Это, блин... И он такой, ты что, мне не веришь? Я тебе видео скину. Ну, короче, в общем, это раки. Да, я взяла, чтобы Коля попробовал. А Коля пробовал когда-то? Эти раки. Я-то сказал, что не пробовал. Как не пробовал? Пробовал он раки эти. Раки. Раки. О, господи. Короче, да. Только надо сделать по-нормальному. Надо видите, сделать... написано Gold Series, золотая серия. Да, надо сделать по-нормальному. Надо сделать майзе, накрыть поляну, чтобы вот прям... Майзе раки... это что такое? Ну, эти маленькие тарелочки с салат с йогуртом, баклажан. Баклажан это баклажан. Зеленый там что-то, эти всякие, короче, оливочки, сырочек. Ну, короче, вот маленькие-маленькие тарелочки, типа закусь. По-нашему закусь, короче. А по-ихнему завтрак, да? Ну, да, в принципе. Нет, завтрак у них ковалты, я знаю. Да, но у них на ковалты то же самое, что мы едим на закусь, конечно. У них, короче, понял, когда этот завтрак, у них ковалты называется. И без раки. Угу. Без раки. Раке. Угу. Раке. Раки. Без раки. А когда называется, как ты говоришь? Майзе это другое. Майзе это то же самое, только с раки. Нет, ну на ковалте они другое едят. Но майзе это такие типа тарелочки с разными такими типа мини-салатиками вкусненькими. И ну, они, типа, короче, вот типа эти закусывать. Да, и вот эти они майзе с раки фигачат, короче, сидят там, общаются. Вот эту штуку наливаешь в стакан, там 100 грамм чи 50 грамм. Какие? Заливаешь... Ну чуть-чуть. Ну, наливаешь да. Вот так в стакан, потом заливаешь водой. И кидаешь ледик туда. Да, и оно получается такое белое и воняет пиктусином. Оно воняет самбукой. Оно воняет самбукой.
самбукой. А, ну пиктус, а самбука воняет пиктусином. Оно воняет самбукой. А, ну так получается 145 оборотов, то есть как водка. Но если ты разбавляешь ее с водой, то получается 5-10 градусов, как пиво. По вкусу оно вкусное, когда ты его разбавляешь с водой, оно вкусное. Но если его пить вот так с закрытым носом. Если тебе нравится запах самбуки, то можно в принципе. Запах самбуки, он вкусный. Самбука вкусная. Смотри на маму, мама такая. Не, я смотрю, что там что-то сзади тоже там что-то там. Да ничего, тоже просто сзади нарисовано. Ну, короче, в общем. Ну, что там сумку-то, ребята? Короче, попробуй. Да ничего, я говорю, сумку купила. Прикольная, дешевая, спортивная сумка. Наконец-то будет с чем попивас ходить. Вы поняли? Спортивная сумка, будет с чем попивас ходить. На спортике, до нижнего магазина. Сейчас точно люди подумают, что алкаши какие-то. Расстегивается, застегивается. Нет, сюда можно просто ноутбук влезть. Это дешевая, я не помню, сколько это. Ну, прикольно. Ну, нормально. Да, ноутбук сюда влезет, нифиг делать. Да, да. На 4 ноутбука влезет вообще-то. Такая. Она нелегкая. О, короче, с подкладкой, все как полагается. Сарафаны.